дорогу от Савеловского вокзала, вот там я снимала, перешла дорогу к подземному переходу. И стою я в начале Квесистской улицы, второй Квесистской, куда я иду. Вот сюда я иду. Кирпутырская улица. Вот здесь она начинается. Здесь Кирпутырская улица до Дмитровского шоссе. Станция метро Дмитровского вот там будет. Километра около двух. Это улица, километра два. Там была Новослободская улица. Вот она вот здесь под дорогами заканчивается, Новослободская. И начинается Бутырская улица. Новослободская. Вот она, надо пройти обязательно. С конца улица. Всю улицу, она не очень большая, до Новослободской, станция метро Новослободская, она заканчивается там. Пройду как-нибудь пешком. На Новослободской 45 находится Бутырская тюрьма. Кому-то интересно, говорю. Так, Бутырская улица. Савеловский вокзал. Вот эти домами. Савеловский вокзал. Как я уже говорила, здесь три административных округа. Центральный с той стороны, северо-восточный. И я стою в северном округе. В своем, где живу. Реально. Хотя у нас в разных местах наши учреждения. Вот я иду сейчас в поликлинику. Вот сюда. Вторая Квесистская, дом 4. Это здесь наша стоматологическая поликлиника. Куда я теперь хожу периодически. И буду ходить. Необходимости. Ах, как мне нравится это место. Схожено и схожено. Как открылось метро в 1988. Станция метро Савеловская. Она была ближайшей к нам. Ближайшей. Еще не было ни Дмитровской, ни Тимирязевской, ни Петровской, Разумовской. Вот самая ближайшая была после Новослободской станции метро Новослободской. 88-го открыли Савеловскую. Стало удобнее. Сюда доезжали вот до... Вот здесь остановка транспорта. Автобусы, троллейбусы останавливались. Вот мы сюда приезжаем. И когда метро не было, уж когда метро, мы выходили из метро здесь. Нас снимите, бабушка. И ехали домой. Вот бабуля говорит, нас снимаете? Я говорю, нет. А почему, говорит, нет? Хочешь? Так было раньше. Это очень интересное место. Да. Возле метро Савеловская и возле железнодорожного вокзала Савеловского. Так, сюда. 19 августа 2020 года. Все, пошла по делам.
ровно пошла вот сюда. Потом я пройду до Бутырского рынка, который вот там пройду. Пока еще светло, не поздно. А потом мы с вами пойдем в торговый комплекс Савеловский. Вот туда. За железной дорогой, за железнодорожным вокзалом. Пойду. Сделаю несколько дел, как я обычно. Чтобы не одно дело, а несколько сразу. За один поход куда, когда еду куда-либо, я стараюсь сделать несколько дел. В нескольких местах побывать. Ах, как знакомо. И магазины здесь. Здесь был хороший детский мир. Я много всего купила. Своему детенышу хороший был. Не знаю, есть сейчас или нет. Детский магазин. Я здесь. Вот она, Бутырская улица. Вторая Квесистская улица. Сходила я к стоматологу. Вот сюда. Вторая Квесистская, дом 4. Здесь наша стоматология. Все. Теперь мы с вами пойдем в торговый комплекс Савеловский. Вот такое здесь движение. Вот так, возле Савеловского вокзала. Сегодня 19 августа 2020 года. Вот такой переход там. Снимать не буду. Ничем не примечательный. Вот она Бутырская улица. В мою сторону. Дмитровское шоссе. Петровское, Разумовское. В сторону. Здесь наша стоматология. Петровская улица. Какие здесь дома. И так выглядит это место. Административных округа соединяются в три. Комплекс
городе много-много магазинов. Ну, он еще рынком называется. Огромный. Да, все пошло. Вечер 19 августа 2000.